Дай почитать. Здравствуйте, Ксения Станиславна Литерева, профессор Вятского государственного университета. Такого детектива я, пожалуй, никогда не читала. Не могу сказать, что он интересен трудноразрешимой головоломкой или описанием мирной жизни чудесных поселений или глубоким психологизмом. И даже не объемом этот детектив удивляет. Нет, всего 200 страниц. Но зато есть главная героиня, 88-летняя Фрекен Мод. Совсем не божий одуванчик, это только внешне так кажется, почти всем. А внешность, как мы знаем, обманчива. Это Фрекен Мод Кремень, изобретательный, изощренный убийца, не терпящий возражений и не знающий никаких преград. Злить и раздражать ее не советую, ведь всякий, кто посягнет на ее личное пространство, свободу, счастье, покой, независимость, обязательно распрощается с жизнью. И ни один гениальный ум, ни Шерлока Холмса, ни Эркюля Пуаро, ни мисс Марпл не сможет вычислить убийцу. В книге шведской писательницы Хелены Турстен «Пять глав, пять четко выверенных убийств». Да, Фрекен Мод задумала что-то недоброе. Фрекен Мод живет в Гетеборге, в огромной квартире на втором этаже большого дома. Она абсолютно одинока, ни родственников, ни мужей, ни детей. Очень расчетливо и рачительно. Откладывала пенсию больной сестры, а после ее смерти, точнее, после ее убийства, Фрекен Мод много путешествует, побывала во всех уголках земного шара и так, между прочим, убивает всех, кто нарушает привычный и приятный ритм ее жизни. Кстати, это первая книга из серии про Фрекен Мод. Скажу честно, для меня и последняя. В Швеции считают, что эта книга – комедийный детектив. Ну, им там виднее. Мы все же в России верим, что со старостью приходит мудрость и благость 18+. Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам Преображенская, 65, Ленина, 103А, Луганская, 53 и Волкова, 6А. До новых встреч! «Дай почитать».